приметы, что ель нельзя сажать во дворе, что ель по приметам выделяет плохую энергетику. Ну, вопрос от Инны, от постоянного нашего подписчика, специальный привет ей. Хочу сказать, примет много на Земле. Ель, я как-то задавался этим вопросом, вычитывал литературу, и потом пришел к выводу, что, ну, это все просто предрассудки. Ну, у нас вся Рублевка засажена голубыми елями, люди, я не думаю, что плохо живут. Все такие элитные районы, кварталы, все засажено голубыми елями. Причем тут это, я мало понимаю. Это все, мне кажется, очень большие предрассудки. Я знаю точно одно, я вычитал где-то в одной хорошей книге, то, что написано, я больше склонен верить этому. Да, ели не сажали. Когда люди жили в тайге, возле дома ель старались не сажать. Потому что не сажать, не оставлять даже. Срубали ее. Потому что лесные пожары могут перекинуться и потухотеть, этот дом может сгореть. Вот из-за этого только. Я нахожу это объяснение. Ну, а бабушки старенькие, да, у них суеверие такое. Туя, например, вообще переводится как древо жизни. Ну, то есть это тут, это просто предрассудки. Ну, посмотрите сами, много элитных районов, в которых просто засажены елями, люди просто от них фанатеют. И еще и сортовые, не сортовые, какая разница, там много примет, конечно, также. Ну, я думаю, здесь беспокоиться не о чем. Это у каждого в голове должно быть свое мнение и насчет этого. Инна, спасибо за вопрос. Я думаю, свое мнение я высказал. А там уже думать и решать вам, я, конечно, не могу вам запретить думать по-иному. И как бы это ваше право. Всего доброго, с вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный Дворик.